7 декабря по всей Украине отмечают День местного самоуправления. Торжества прошли и в Белгороднестровском. В сессионном зале собрались работники исполнительных органов, коммунальных учреждений и представители депутатского корпуса. С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась градоначальница Кермана. Позвольте вас поздравить с Днем местного самоуправления. Нам выпала очень большая честь служить жителям Белого города. Сегодня, как никогда, в ходе реформ децентрализации местная власть несет ответственность за экономическую и социальную ситуацию территорий, с которыми мы управляем, за создание на них комфортных и достойных условий жизни для жителей этих территорий. За этот год я на собственном опыте убедилась, что работа служащего на местах требует широких знаний в разных отраслях, большой ответственности, а также постоянного самоконтроля и, самое главное, выдержки. Сегодня наш профессиональный праздник желает всем вам, как и себе, держаться справедливого, честного пути, не знать на нем поражений и приумножать достоинство по-настоящему народной власти и притворять владеющие жизни. Ну и желаю всем счастья, любви, взаимопонимания и мирного неба на всем земле. В этот день грамотами за участие в развитии местного самоуправления, активную общественную позицию в решении вопросов громады города наградили как работников исполнительной власти, так и депутатов. Поздравить всех работников местного самоуправления пришли и ребята ученического самоуправления ТИРОС. Бесспорно, достоин ваш труд уважения, ответственность, люди, решение споров. Работникам местного самоуправления работать приходится даже сверх нормы. Сегодня ваш день, мы от сердца желаем вам удачи в работе, спокойствия, мира. И вас поздравляем. И всем говорим вам большое спасибо. А завершили этот праздник лучшие артисты Центра культуры и досуга яркими и зажигательными песнями. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.